Поехал, посылки позабирал. Лежат сколько. Сопла для резака. А резака нет. Второй номер нулевой. Вот. Резак я не взял. Он пришел, я не взял. Не та модель, которую я хочу, хотел. Вот. Пришел с этим, с рычагом, который, да, нажимаешь, и он начинает продувать и резать. А я заказывал с вентилем, потому что мне этот рычаг он нафиг не нужен. Если нужно отрезать, я вентиль открою. По большей части я резаком пользуюсь только для нагрева. И вот, чтобы его не, случайно не нажимать, не увеличивать, да, пламя, продув. Не хочу я такой. На вентилях. Трехтрубный. Вот, старые, они рабочие, но хочется трехтрубный. И вот у них, они длинненькие. Очень удобно, я думаю, будет. Вот, как-то так. Ну и совсем по-другому начинка. Вот. Это пришли тоже сопла карбидбора. Сейчас распечатаю с Алиэкспресса. На 3 мм должно быть. Может быть ошибиться они. Я там читал в комментах. Кто-то заказывал на 3, прислали на 5 мм. Кто-то заказывал на 4, прислали на 3 мм. Короче, не знаю, что там прислали. Сейчас буду смотреть. Вот. Посылка вот из Белоруссии. А, и эти пришли. Резцы. Заказал резцов. Сейчас буду распечатывать. Смотреть количество. Приехали с Алиэкспресса вот такие вот резцы, 16-е, под большие вот такие треугольные пластины вот такого плана. Таких у меня еще не было. Вот. 4725 за 5 штук отдал. Они вот отличаются. Ну, пластины нету, понятно, здесь еще сверху пластина. Самой геометрией, не знаю, будут лучше, хуже. Они чуть вниз смотрят. По сравнению вот с таким вариантом пластин. Вот, как-то так. Это как-то вроде прямо, может даже, аж даже чуть-чуть кверху. Да не, прямо просто. А эти чуть вниз. Ну, я думаю, сама пластина станет, они должны совпадать. А там все равно я подкладываю. Так что добавляется уже в мой арсенал. Так, ну разрезал. Ну, если с этим разобрались пакетом, да? Опа, сейчас достану. То в пакете вот такой вот мешок для посылок и бандеролей. Так, а в пакете вот такая вот штука. Я так понимаю, это сайт какого-то магазина. Судя по слиточке, это белорусский магазин. Или как там, Play Marketplace, да, как у нас Озон, Валберис. Наверное, вот это то же самое примерно.
Это гарантийный талон. Дата продажи. 2 года гарантия. Ничего себе. Штампик, все дела. Того замена и возврат. Вот. Чек. Сколько стоит это причандалина? 154,45. Я так понимаю, белорусских рублей. Это гарантийному талону в случае поломки, замены. 2 года. Извините. Так, характеристики. А, так, елки-палки. Это Солярис. Горелка сварочная ТИГ. К инвертору. Ну, сейчас это дело надо здесь распечатать. Я не знаю, но это керамические сопла 2 штуки. Сам наконечник. Держатель электродов. Или я не знаю, что это. Ну, наверное, скорее всего, да. Цангочка. Вот. Электродов нет. Так же, как нет аргона. И вот такой вот мужики шланг. Не знаю, сколько метров, но длинный. Давай еще упади, разбейся там. Это у нас куда-то подключается. Не знаю куда. Вот такой вот шлангчик. Обжат и куда-то подключается. Короче, будем смотреть. Вот, как-то так. И сама горелочка. Проволоку сейчас размотаю. Так, размотал. Тут чехол такой прикольный. Короче, джинса, замок на всю длину, до самой клеммы. Вот такая вот, наверное, горелочка. 17В. Газ, вентиль отдельно. Теперь осталось баллон с аргоном найти. И можно будет электродов купить. И можно будет еще освоить тих-сварку от обычного инвертора. Как-то так. Вот, разобрался, как скручивается. Получается вот такая вот штукенция. Гена, огромное тебе спасибо за такой подарок. Будем испытывать. Обязательно.